театре перед сценой зияла черная пропасть. Здесь каждый человек прикасался к ней взглядом. И от этого делалось страшно. Но зрители этого не видели. Они видели, как в белой прозрачной юбочке выбежала на сцену, едва касаясь пола, легкая фигурка. Видели взволнованное, чуть-чуть улыбающееся лицо девочки, похожую на белую куколку. Ее движения казались неотделимыми от музыки. Никто не узнал, с каким волнением мужественно боролось ее сердце, полное безумного страха, только бы не сорваться с пуантов. Снова и снова, перечитывая эти строки любимой книги Магдалины Сизовой под названием «История одной девочки», героиня нашей сегодняшней программы восхищалась прототипом персонажа, коим является великая русская балерина Галина Уланова. «Я тоже хочу стоять у станка. Я тоже хочу платье, подобное снежной пене. Я тоже хочу порхать на сцене, изящно передвигая ножками в пуантах». Первая, охватывающая все сознание, мечта Натальи Парахневич, именитого хореографа Гродненщины, разбилась на мелкие мозаичные стеклышки. Но осколки не потускнели со временем, а спустя годы и вовсе превратились в кружевной ковер для девочки, которая нежно оберегает самую дорогую свою драгоценность – танец. Почему? Я вам расскажу по большому секрету. В их доме всегда звучала музыка. Хоть папа и архитектор по образованию, никогда не расставался с музыкальными инструментами. Павел Петрович Катуши блестяще играл на скрипке, гитаре, цимбалах, мандолине. Вел кружок народных инструментов во Дворце пионеров. Имел большую коллекцию старинных скрипок. Ну а мама завораживающим голосом, словно утренним туманом, стелила свои песни по округе. Неудивительно, что на эти чарующие звуки местной сирены всегда тянулись люди. Их дом и в праздничные, и в выходные дни превращался в своеобразную культурную мекку города Лунинца Брестской области. У нас, в принципе, вот были такие семейные вечера, где мы собирались, и звучала музыка, мы очень любили Брамса, его мелодии венгерские, вот, и игра на гитаре, пение, вот, я там уже импровизировала танцевание. То есть вот такие творческие вечера, которые очень оказали огромное влияние на мое дальнейшее существование. Частный дом, большой надел земли, козы, индюки, гуси, куры, русская печь и ожидание любимого праздника Пасхи. Запеченный с пылу жару окорок, крашеные яйца и душистые пироги свидетельствовали о том, что пришла весна. А это значит, во дворе уже можно организовывать массовые игровые действия. Мы устраивали концерты во дворе, делали сцену, затягивали простыней, вот, да, так сказать, условно, как бы это сцена, вот, и создавали целые концертные программы и приглашали вот наших жителей в округе. Вот. И к этому даже привыкли. Потом, конечно, мы играли в магазин. Вот. Приносили все, что можно. Были весы маленькие, детские, настоящие. Был продавец, были покупатели. Ну а когда мы уже немножко повзрослели, конечно, то время, это были 60-е годы, вот, мы ходили по улице под ручки, пели песни. Тогда было это модно. Играли в разорванные цепи, в казаки-разбойники. Вот такие были игры. Когда же Наталья оставалась наедине с собой, закрыв глаза, грезила о том, что непременно ждет ее в будущем свет софитов, трепет закулисной настройки, порхание по сцене, конечно, громогласные выкрики «Браво!» в адрес юной балерины. Она настолько погружалась в свои мечты, что зачастую кружилась голова от воображаемых танцевальных па. Всегда мечтала быть балериной. И даже мои родители послали письмо в Ленинград с заявкой о том, что меня проверить. Но
те годы были достаточно сложные, трое детей, вот, и жили, ну, не богато, скажем так. И когда прислали, так сказать, нам вызов, ну, там очень большие были расходы, и побоялись родители меня вести, ну, думая, что не справятся материально. Но мечта танцевать у меня всегда была. Прикоснуться к миру хореографии девочке помог замечательный педагог Александр Короткин. Артист цирка организовал в их городе кружок народного танца. Для Наташи это была первая ступень на лестнице, ведущая к высокому танцевальному мастерству. Это был интереснейший профессиональный человек, вот, который привил любовь не к однобокой хореографии, а именно мы танцевали и классику, и народные танцы, и народов мира, и патриотику, композиции такие специальные, патриотические того времени. Вот заказные, вот, и вот это все повлияло мне дальше абсолютно окончательно убедиться в том, что я буду танцовщицей и, наверное, пойду по этому пути дальше. Так и сделала. После окончания 9 класса, прочитав в газете заметку о наборе в Гродненское культпросветучилище, Наташа вместе со своим партнером Сергеем приезжает в неизведанный доселе город Гродно. Я влюбилась в Гродно сразу, в его улочки, в его дома, хотя бы в то, что я буду здесь учиться. Когда я поступила, радости и счастью предела не было. Не было предела и преданности, уважения к педагогу, заслуженному учителю Республики Беларусь Евгении Фоминишне Рассудовской. Эта женщина сыграла огромную роль в жизни Натальи. Познакомившись с ней, у девушки появилась две мамы, две родственные души, два ангела-хранителя. Именно по рекомендации педагога Евгении Фоминишны Наталья после окончания курса обучения остается в училище в качестве педагога. Теперь штатное расписание учебного заведения пополнилось именем Катуша Наталья Павловна, а ведь было ей всего 19 лет от роду. И вот моя первая группа, 47-я, это мой первый набор, вот, где было 12 мальчиков и 17 девочек. Представьте, какой был большой набор. Вот. И получается, разница в возрасте у нас была 3 каких-то года, 3,5. А у меня был ученик Ваня Ханько, я его помню по сей день. Он приехал поступать после армии, ему был 21 год. И вот вместе с тем, вот эта такая маленькая разница в годах, она не позволила, так сказать, вот нарушить эту субординацию педагог и ученики. Вот, наверное, у меня вот это было мастерство, умение как-то себя вести, вот, чтобы была и дисциплина, и работа, и творчество. Сама также продолжала заниматься у станка. Оставить сцену, посвятить себя исключительно педагогической деятельности не могла. Это было выше ее сил. На профессиональном росте настаивала и Евгения Фоминишна. «Поступай в Ленинград, у тебя все получится». Эти слова не раз будили Наталью по ночам, заполняли все ее мысли. И она решает еще раз прикоснуться к величественному городу на Неве. Только теперь это решение зависит не от родителей, а от нее самой. Выпустив свою первую группу учащихся, Наташа с первой попытки становится студенткой Института культуры имени Крупской в городе, который полюбила еще с детства. Ведь именно этот колосс дал миру любимую Галину Уланову. А теперь и она в его питерских объятиях. Мы, так сказать, проходили вот на все спектакли как невидимки. Билетов же не было, все было дорого. Мы со всеми кассирами, со всеми дежурными знались, вот, контрамарки доставали, где мы только не сидели, на ступеньках, на одной ноге, в углах, на каких-то залетных балконах, куда-то в эти рубки световые залезали, где мы только не были. Педагоги – элита русской балетной школы. Совершенное мастерство. Карусель всевозможных творческих мероприятий, запах и звуки сказочного Ленинграда – это все
составляющие сладкого нектара, который опьянял Наталью на протяжении 5 лет обучения. Но пришло время возвращаться в Гродно. Опомниться от этой эйфории помогла работа с учениками, замужество и рождение ее сыночка. И когда, конечно, появился сын, это особый этап в жизни. Это такая материнская перемена страшная, это понимание, осмысление по-другому и учеников, и окружающий мир, и людей, естественно, абсолютно. В творчестве это сказалось, вот это какая-то любовь. И если хотите, проникновенность какая-то материнская. Эта проникновенность распространялась и на учеников Парахневич. Путевку в профессию она дала сотням танцорам. Многие работают в ведущих коллективах республики и области. В государственном хореографическом ансамбле «Хорошки», ансамбле танца, музыка и песни «Белые росы», театре танца «Рада». Многие из птенцов вылетели и за пределы нашей страны, прославляя Гродненскую хореографическую школу. Ученики для меня – это моя жизнь, естественно. Это моя жизнь, и я сегодня отдаю весь свой приобретенный опыт, какой у меня есть, максимально на уроках, работая со своими ребятами, вот, и видя их глаза. Сама также не забывала сцену и в качестве артистки, и в качестве хореографа. Наталья Парахневич отдала частицу своего труда и мастерства таким коллективам области, как ансамбль танца и песни «Неман», ансамбль танца «Венок», «Раница», «Нива», «Прялица», «Гуды», «Молодость». Но все же самым родным для нее станет коллектив «Городинские корунки», детище всего педагогического коллектива училища. И вот когда уже после огромной большой работы вот ребята выходят и показывают 10-12 минут на сцене единым нон-стопом, идет этот калейдоскоп танцев народов мира, вот, меняющимся орнаментом, рисунком всевозможными красками, конечно, даже у нас иногда бывает идет мороз по коже от того, что вот, да, вот свершилось. О том, как прошло то или иное выступление, какой рисунок танца развести в танцзале, какую музыку подобрать для следующей постановки. В ее сознании постоянно ведется творческая работа. Оттого, наверное, Наталья Павловна очень любит оставаться наедине с природой. Ежедневные часовые прогулки для нее – возможность созерцать мир, купаться в пространстве. Мне никогда не бывает скучно. А я люблю одиночество, но это пришло ко мне уже не так давно, наверное, с призмы каких-то лет взросления. Вот. Одиночество – это не в плохом смысле слова, а одиночество – быть самим собой и очень много осмысливать, что сделано, какие-то воспоминания, какое-то становление на будущее. И это такой самоанализ, который потом отражается, ты выходишь к людям, и ты вот это все выдаешь уже с призмы таких внутренних своих каких-то ассоциаций, приобретенных вот в этом одиночестве, в этом осмыслении, размышлении. Ты отдаешь их людям, и у тебя все получается. А еще Наталья Павловна не жалеет своего времени и теплоты для бездомных животных. Она одна из немногих в городе, кто обязательно поделится своим завтраком с теми, у кого глаза самого преданного существа. Когда же душа успокоится от того, что четвероногие не погибают от голода, Парахневич окунается в мир книги и видеоряд балетных постановок. Изучает и сберегает родословную своей семьи. Удивительно, как эта женщина радуется каждому дню, как она ждет самое прекрасное для нее явление природы – дождь. Я никогда не ношу зонт.
потому что я люблю, чтобы дождь мочил мне лицо, и от этого у меня есть радость и ликование. То есть вот такие какие-то краски, оттенки, которые дают определенную радость для меня лично. Потому что каждый любит какие-то свои моменты. У меня вот такие моменты. Есть в ее биографии и еще не менее яркие моменты, которые украшают жизнь именитого хореографа. Награды, признание ее таланта и трудоспособности, венец работы, медаль Франциска Скорины, звание заслуженный деятель Республики Беларусь, свидетельство правильно выбранного пути. Она, безусловно, рада, хотя и знает, что это еще не последняя ступенька ее лестницы хореографического таланта. Я счастливая, потому что, наверное, вот пройден какой-то честный путь, настоящий, без фальши, без каких-то нарушений, без каких-то хитростей, без каких-то подтасовок, скажем. То есть я прошла свой путь абсолютно честно. Своим трудом вокруг меня были прекрасные люди, которые руководили мной, давали мне путевку в жизнь, наставляли, помогали мне, что я делаю сегодня уже другим людям. То есть такая вот эстафета прекрасная. И радость от того, что я очень много знаю, что я очень много могу, что я действительно получила хорошее образование двойное, что меня учили прекрасные педагоги, что вокруг меня сегодня огромный круг людей, прекрасных друзей, учеников, которых я рада видеть, которые меня рады видеть. И я сегодня, когда иду, я с огромной радостью всем говорю «Здравствуйте». Манера держать голову, гордая осанка и статная фигурка выделяет в Наталье Павловне Парахневич человека, посвятившего свою жизнь хореографии. Несмотря на то, что всю жизнь эта хрупкая женщина отдает окружающим свое тепло, мастерство и опыт, она не оскуднела внутренне. Наоборот, с каждым хоть малым успехом того или иного ученика ее глаза приобретают блеск. И она благодарна за эту подзарядку, ведь именно эта энергия кружит ее в беспрерывном вальсе пролетающих дней. И она счастлива, что нет в этом вихре финального аккорда. Рано еще выходить на поклон.